Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Меня уже представили, я представлюсь еще сам. Меня зовут Андрей, отчество Иванович, фамилия Макаров. И я благодарю организаторов курилки Гутенберга за эту возможность рассказать вам о том, что является предметом моих исследований как культуролога. В данном случае это насилие. И сейчас я предлагаю посмотреть. Сейчас перед вами прошли иллюстрации той беспощадной борьбы друг с другом, которую ведут живые существа. Ведут, видимо, от начала жизни. И я собираюсь обобщить до философского принципа этот факт пожирания одних существ другими. Любая жизнь живет за счет другой жизни. Этот принцип может нравиться, может не нравиться, но, видимо, так устроена реальность. Как хорошо сказал английский мыслитель и писатель Клайв Льюис, кошка живет за счет мышки не очень добрым способом. Цветы используются пчелами уже более мягко. Вошь живет за счет человека. Но ведь и ребенок живет за счет матери. Этот принцип ни хорош, ни плох. Мы не можем существовать друг без друга не только в каком-то психологическом плане или социальном, но и в физическом. Обращаю ваше внимание на то, что каждый вообще-то использует ресурс, физический ресурс своих родителей. И все же, даже если принять этот принцип, его можно не принимать, не соглашаясь с ним, что одна жизнь живет за счет другой жизни, многие люди испытывают тревогу. Они не хотят этого. И даже чувствуют нравственную тошноту. Как пишет об этом Трубецкой, он вспоминает, что, будучи в Берлине, он пошел в синематограф и увидел фильм о морском дне, где водяной жук хищно пожирал других животных. И он пишет о нравственной тошноте, которая подступила к горлу. Откуда эта нравственная тошнота, если это естественно? Видимо, у людей есть представление о какой-то другой, альтернативной реальности. Реальности без насилия. Но если оно неустранимо, если этот принцип в самой сердцевине жизни, что делать? Опустить руки? Нет. Люди все время стремятся работать с насилием, что-то с ним сделать. И есть два подхода.
ну, условно, один подход можно назвать подходом западной антропологии, другой подход – подходом восточной антропологии, в частности, буддистской. Восточный подход состоит в том, что насилие устранимо. Есть даже термин, которого нет в западных языках, он есть на санскрите и переводится «ненасилие». И вы знаете, этот принцип был положен в основу политики Ганди, и индийцы ненасильственным способом, как они считают, освободились от господства Британской империи. Далай-лама XIV в 1987 году провозгласил политику демилитаризации, которая начнется с Тибета и распространится по всему миру. Вот эти факты, факты идеологии Ганди, идеологии Далай-ламы, говорят о том, что есть подход, который считает, что насилие устранимо. Однако есть серьезные подозрения, что это не так. Знаменитая книга Конрада Лоренца «Агрессия или так называемое зло» показывает, что агрессия неустранима, потому что она дает саму динамику жизни. То есть если вынуть агрессивность из живого существа, то жизни нет. Это другой подход. Насилие неустранимо. Если его устранить, тогда не будет жизни. Такое лечение головы гильотиной. Что делать при этом подходе? Работать с этим насилием. Каким образом? Преображать его. И вот, собственно говоря, я хочу рассказать о том, как люди постепенно преобразили насилие, и природное насилие сменили другие формы. Ну, в литературе это принято называть символическим насилием. И вот этот зал полон насилия символического. Смотрите, как стоят парты. Это порядок. И это порядок не вами выбранный. Это же факт. Это порядок навязанный. Причем навязанный ненавязчиво. Так принято. Но это насилие. Потому что при каком-то спонтанном поведении кто-то мог бы сесть на пол, ну или еще как-то лечь. И, в принципе, я работаю во многих аудиториях, у меня есть и такие случаи. Но это протест. Сесть на пол, лечь – это протест против того порядка, который через дизайнеров, через архитекторов внедрен, в частности, в западную культуру. Так что это насилие. Но это все-таки другое насилие, нежели то, которое демонстрировалось в ролике. Это другой тип, символическое насилие. И вот история человечества – это постепенная замена природного насилия символическим насилием. Ну, посмотрите на сам язык. Насилие и агрессия. Вот нужно развести два этих слова – насилие и агрессия. И то, и другое, в общем-то, насилие. Но агрессией принято называть природное насилие. И оно, это слово, применимо к животным или к человеку, когда хотят сказать, что он ведет себя как животное. Что же такое насилие в узком смысле слова? Ну, я даю вот такое определение насилия. Это преднамеренное применение физической силы или власти, направленные против себя, других людей или группы лиц, результатом которого являются смерть, физические или психологические травмы. В этом отношении можно выделить четыре вида насильственных действий.
ограничение свободы деятельности человека, принуждение к занятию какой-либо деятельностью, убийство человека или нанесение вреда его физическому и психическому здоровью, изменение политического, социально-экономического и религиозного порядка против воли больших групп людей. Вот это четыре основных вида насилия, которые, в общем-то, применяются до сих пор. В этом отношении человека можно назвать неудачником. Люди не сумели искоренить насилие. И согласно вот этому второму западному подходу, и не сумеют. Задача в другом. Задача его преобразить. Вывести за границы нормы. Вот эти насильственные действия выводятся за границу нормы. Но это не значит, что они не производятся. Итак, первое, что нужно было сделать, это блокировать агрессию за счет изобретения других форм насилия. Это было сделано, и, собственно говоря, вся культура стоит на том, чтобы блокировать агрессию и создать культурные механизмы, которые бы сделали насилие приемлемым. И здесь появляется вот этот второй персонаж, культура, и вот определение, которое я даю культуре, потому что, в общем-то, нужен такой порядок, нужны определения насилию и культуре. Культура – это исторически сложившаяся система вещных и функциональных средств, которая воспроизводит в человеке человеческое поведение. Вещные средства – это средства материальные, то есть те, которые можно зафиксировать, в которых есть материя. И функциональные средства – это нематериальные средства. Ну, например, то, что сейчас происходит, вы слышите мою речь, она имеет физический аспект, волны попадают на перепонки барабанные, и в этом отношении это материальная вещь, вечное средство культуры, ну, такие тонкие материи. Но язык, который делает возможным существование моей речи, полностью нематериальный. Это символическая система. Слышите, вот этого не язык, а речь. Так что вот эти все средства нематериальные называются функциональными, язык – частный случай. Способы, технологии, язык – это все функциональные средства культуры. И основное предназначение культуры вот в этом аспекте – это воспроизводить в человеке человеческое поведение. Что такое человеческое поведение? Это метафора, конечно. Что за ней стоит? Ну, за ней стоит вот это. Блокировать в человеке животное поведение. И первое культурное поле, которое создавалось людьми, это поле, мало насыщенное, но уже насыщенное вот этими функциональными средствами. Потом появятся и материальные средства, которые блокируют агрессию. И прежде всего, вот это функциональное средство – это власть одного человека над целой группой. Там власть вождя или власть вожака какой-либо шайки. Что он делает? Он монополизирует право на насилие. Теперь не каждый с каждым выясняет отношения, а через центр. То есть, что такое власть? Власть – это когда центрированы какие-либо нормальные действия. То есть норма располагается в центре. Остальное все становится ненормальным. И, вероятно, первоначально очень жестоко расправлялись с теми, кто нарушал эту норму. Прежде всего, кто осуществлял насилие, не санкционировано. Есть такая теория, что первые жертвоприношения – это человеческие жертвоприношения, и это не жертвоприношение пленных или пойманных других людей, это жертвоприношение самих членов рода, отступников, тех, кто отступил от норм существующего общества. Как вы понимаете, это противоречит теории, что жертвы нужны были для задабривания духов, там, богов и так далее. Жертва нужна была прежде всего, чтобы остановить спонтанно проявляющееся насилие друг к другу.
через монополизацию его. То есть насилие канализируется. Это не значит, что оно исчезает куда-то. Оно канализируется. С появлением государства на Древнем Востоке все, чем занято государство первую тысячу лет, это искоренение закона кровной мести. То есть предыдущего механизма монополизации насилия через вождя, шамана и духа предков. То есть они санкционировали применение насилия. Теперь эту функцию на себя берет фараон, император, Тяньцзи. Он монополизирует применение насилия. И появляется такой институт, как армии, там, тюрьмы. Помимо того, что они служат еще для того, чтобы оборонять государство и нападать, очень важная функция – это поддерживать вот эту систему монополизации права на насилие внутри общества. Что это за насилие? Это физическое насилие все-таки. Это уже не агрессия, то есть не спонтанно проявляющееся насилие, потому что это хочется, а это физическое насилие по отношению к людям и там, к животным. Насилие, которое опирается на закон. Это достаточно долгая история, нужно было установить эти процедуры. И, собственно говоря, право, то, как оно существует, это машина, полностью построенная на насилии. Даже на уровне языка. Посмотрите, как устроены правовые акты. Это в основном императивы, то есть приказы такие. И это, в общем-то, такая магия, которая убеждает, что только так и может быть. Но возникает этап исторический, который соответствует достаточно развитым психологическим технологиям, этап, когда появляется символическое насилие или идеологическое насилие. Насилие, которое осуществляется с помощью слов. Как это делается? Какие слова, в общем-то, несут на себе отпечаток насилия? Ну, все слова, которые делают человеку больно. Что это за слова? Ну, вот ребенок сталкивается, когда с ними первый раз, он плачет. Ему говорят, ты плохой, нельзя. Вот теперь нужно ходить на горшок, а не делать это, как ты привык. Причем это делается без объяснений. Обращаю ваше внимание на то, что, в общем-то, ребенку в определенном возрасте не нужно, да, видимо, и бесполезно объяснять. Это делается императивно. Но это насилие, и дети это знают. Но это насилие входит в норму, становится привычкой. Но это не физическое насилие, это не насилие с помощью голоса. Обращаю ваше внимание, что иногда смешно у родителей насилие символическое и физическое, то есть они еще повышают голос. Но если родители изощрены, голос уже можно не повышать. Соответствующим образом организуется пространство, например, манеж. Вот что такое манеж? Посмотрите, как это похоже на клетку. Да? Ребенок сидит в манеже, он первоначально хочет оттуда выйти. Некоторые выгрызают дыры и вылазят из манежа. Но тогда тоже родители предпринимают что-то покрепче манеж, зашивают. Что это? Это насилие необходимое. Для того, чтобы... Для чего? Для того, чтобы оградить его там от травм. Не только для этого. Это внедряется в саму психику человека. Вот я работаю со студентами, да и не только со студентами. Основной вот такой манеж, который носит с собой человек, это его имидж. Люди боятся слов, потому что боятся потерять имидж.
Например, они боятся вопросов и боятся ответов. Потому что это может пошатнуть их имидж. Ну и что такого, казалось бы? Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы устанавливать отношения с людьми, благожелательные для тебя. Но тебе его могут порушить, этот имидж. И не случайно всевозможные унижения, издевательства связаны в том числе и с внешней стороной дела человека. Да? То есть его внешность приводит в ненормативное состояние, ну так мягко выражаясь. Это осуществление уже физического насилия. Но ведь это можно делать с помощью символического насилия. То есть с вас не срывают одежду, вам не портят лицевую маску ударом, вас унижают. И это то же самое. Тут, конечно, возникает вот этот вопрос. А что лучше? Вот что бы ты выбрал? Чтобы тебя обозвали или чтобы тебя ударили? Ну, мои исследования показывают, что люди выбирают разное. Исследования носили характер интервью, а не характер экспериментов. Выбирают разное. Кто что предпочитает? Потому что вот то символическое насилие, которое осуществляется, это удар по психике. У кого психика покрепче, тот предполагает, тот предпочитает, чтобы это было психологическое давление. У кого психика послабее, тот, в общем-то, даже предпочел бы физическое воздействие. В общем-то, человек знает, где он слаб. Но возможно не только негативное насилие, возможно позитивное насилие, соблазн так называемый. То есть посмотрите, то, чему так радуются маркетологи. Запускается реклама, и все люди, ну не все, а вот многие люди начинают покупать этот товар. Что это? Это насилие. Насилие можно осуществлять с помощью соблазна. То есть с помощью привлечений. Ведь это же не по... То есть человеку кажется, что это по его воле, но это делается через внедрение программ, допустим, в его сознание. И это уже как бы не его воля. Хотя вы видите, как уже сильно отстроено вот это насилие с помощью соблазна от тех сцен природы. Поэтому в какой-то мере это можно назвать прогрессом. Хотя это вопрос. В том числе и к залу. Что же предпочтительнее? Честность, в кавычках, тебя честно ударили. Или обман, когда сделали то же самое, но с помощью изменения программы твоего поведения, с помощью слов. Результат один и тот же может быть. Ты окажешься в этом месте, в точке Б. Но были применены разные средства. Ну вот можно считать, что это прогресс такой. Устранимо ли насилие вообще? Ну вот такие попытки устранить насилие ведутся до сих пор, в том числе с помощью запрета на некоторые выражения, слова и так далее. Но что-то в этом есть. Вот я читал инструкцию одного американского университета, и преподавателям, например, не рекомендуется шутить в студенческих аудиториях. Почему? Обоснование такое – это насилие. Это давление психологическое, которое оказывает преподаватель на студентов. Ну, вот феминистки много работают с языком в этом отношении, чтобы не проявлялся мужской феминизм. Да? Некоторые слова оказывают негативное давление на женщину, даже если она того сама не знает. Например, анализируют тексты права и замечают о том, что, например, сначала, если говорится о каких-то обязанностях, сначала пишут женщину, а потом мужчину. А если пишут о правах, то сначала мужчину, а потом женщину.
такое как бы закамуфлированное с точки зрения феминизма насилие над женским существом. То есть вот особенно в конце 20 века появилось очень много исследований, касающихся вот таких тонких форм символического насилия и попытки их искоренить, например, реформировав язык, убрав оттуда всю обсцентную лексику, например, или оскорбительные выражения. Однако нельзя сказать, что это борьба, что ли, с языком успешна, на мой взгляд. Я вот профессионально вслушиваюсь в речь людей. Вот я приехал из Волгограда в Москву и зафиксировал в общественном месте, вот 15 минут идешь в общественном месте в одном городе, 15 минут идешь в общественном месте в другом городе. Вот я не знаю, как это пока объяснить, но пока я зафиксировал гораздо большее количество мата, например. Это нужно еще как-то объяснять. Я имею в виду в одном и том же общественном месте, ну, где-нибудь в метро. Причем несколько замеров таких было сделано. При этом интересно мне как исследователю, что он не носил агрессивного характера, например. Понимаете, это инструмент уже не для агрессии, а это вот как общеупотребительная лексика какая-то. Но тем не менее, вот эти слова, они несут на себе отпечаток того пространства, в котором они были изобретены. А они были изобретены как очень компактные вербальные формы для осуществления агрессии. Нужно иметь это в виду. Хотя может и стираться вот это в связи с другой практикой их применения. У меня нет ответа на вопрос, устранимо насилие или неустранимо. Как я уже сказал, потому что есть достаточно серьезная западная традиция, в которой приводится очень много инструментов о неустранимости. Хотя вот внутри самой западной традиции есть автор Рене Жерар, который считает, что насилие устранимо после того, как было продемонстрировано применение насилия к самому себе. Он имеет в виду, так как он является католическим теологом, он имеет в виду жертвенную смерть Христа. И вот мысль Жерара следующая, что до этого, до этой демонстрации, что возможно пожертвовать самим собой, все жертвоприношения носили принципиально другой характер. Жертвовали всегда другим. И в своей книге «Козел отпущения», в частности, Жерар указывает на то, что теперь открыта тайна насилия. Как устранить насилие? Это интересная, на мой взгляд, формула, которую он предлагает, и которую я в конце вот этого своего монолога хочу воспроизвести и воспроизвожу. Можно сконцентрировать свое насилие, которое неустранимо, и направить его только на один объект. На какой? На свое насилие. То есть такая петля. Раз насилие неустранимо, можно сделать его объектом. Но только свое насилие. Если ты делаешь объектом насилия чужое насилие, тогда насилие скрывается, а оно начинает развиваться. Но если ты зацикливаешь, то есть из тебя идет насилие, и ты же применяешь его по отношению не к себе, это слишком абстрактно. Можно же себя по голове бить или дырки делать в ушах, в щеках, об этом будет сегодня рассказано. Нет, по отношению к своему же насилию. Тогда не исчезает динамика жизни, то есть возникает такая особая энергетика, но это остается в самом же тебе. Вот насколько это реалистично, это остается вопросом. Но идея сама по себе, мне кажется, интересной. Спасибо.